как он прошел там. Вы видите патрульную тачку, ты замираешь буквально на полторы секунды просто для того, чтобы сказать: патруль, и все, и потом опять вот это начинается. Чача. Зовите меня просто Чача, пока я в Грузии. Бабушка, как услышала слово Чача, она говорит: Чачу не пей! Она не знала, что ее вообще столько можно выпить. Wide open with no glass of wine, stuck in a barrel, I'll get better with time.
по дороге так кричал, что он думал, что я там и выявился куда-нибудь в мишени. Ты кричал! Да, он говорил, стой, все, хватит, засняли уже все. Нет, так я... Все, нет, что, я понял. Не, классно, да? Сегодня опять напьюсь. Какой трек может с этим сравниться, когда вокруг одни обрывки, деревья и снег? Какой трек? И мне кто-нибудь там мне скажет, что вот на треке это куча. Да не, тут спокойно, там где подъем будет, там побрем. Да не, тут тоже классно. Да нет, я вот тут почувствовал, что все, надо остановиться. Я вот тут за 100 метров тебе сказал, вот сейчас хватит. И ты такой, на! И все, он в стену въехал. Куда ты отдавай? Вообще ничего нету, хулиганы. Шенган выйти. Стой. Ребят, давайте все. Раз, два, три. Раз, два, три. А я все, засуну. Давай. Пластмассы, брат. Есть пластмассы, брат. Смотри, дрифтеры сколько тачек бьют? Цареграцев сколько раз? С Гошаном там соприкасался. С Гочем. А? Мы жопу делали раза три. Все, Гоча? Ну, не только. Гоча принимает вас на задницу. Гоча красавчик. Армян такой вообще. Где ты? Где, под какой трассой ты ждешь? Мы около Нью-Лайта стоим. Помнишь, Ахальната? Что значит, выезжайте, мы вас догоним. Вы если впереди, как вы нас догоните? Ладно, хорошо. Мы, короче, здесь стоим, сейчас двинемся. Съешь гориллом! Ich haben sie mich! Бил 6М на кованых дисках, на Акроповиче, на коллекторах. Ну, типа, хочешь попробовать бороться с Ешкой 211 кузов на компрессоре 55 без гата на коллекторе. На шкиве. Да, с места, понятно, X порвет, а вот сходу, ну, я думаю, надо сходу пробовать. Все, пошли. Да, в нашем классе. Я не рискую, не рискую. Не, правильно, я понял. Вдруг сядет, то хорошо выйдет. Давай на третий сигнал, да. Да? Мне вот сейчас, блядь, надо звонить 20 раз, блядь. А, полиция звонит. Ладно. Да ладно. Давай на разворот. Уходи на разворот, я пацанам позвоню. Михо, все, пи***ц, короче, гонка отменяется. Всех арестовали, всех повязали. Давайте, разворачивайтесь, мы вас ждем, короче, все. Да, бассейн, шампанское, икра, девочки и так далее и тому подобное. У нас свои гонки начинаются.
never want. I'm a jacked up motorhead, yup, sipping a soda pop. Trouble on my block, not a shock, we don't go to cops. We make house calls with shotguns and loaded glocks. Go to platinum plaques back to back, cause we sold a lot. Every day I come home with more than I left with. Writing raps, hitting traps, getting cash on my extra. A battle axe attached to my necklace. Fuck around, that's a death wish. I'm building with my fans to perfect this. A special effect to death, that's what the click is. People say you're mad, child, that white boy's a sick. Ridiculously particular, kicking up dust. Definitely the next blow, so shut the fuck up. Вот сейчас идет запись, видишь? Ага. Вот сюда не нажимай. Ага. А, видео, давай, видео, Гига. Нель, от шеди, шеди. Айфа, чеми, дэта, шеми, цим, айфа. Вау! Вау, ара, чеми, дэта, му. Домой хочу. Я вам всем сказал, хватит! Вы с*** уже! Что, ремень не предусмотрен, да? Вы не пристегиваетесь, да? Ну хорошо. Должны все машины разбить. Георгий, это какой-то обычай грузинский? Надо разбить все машины? Бога, я еле жив остался. Мы просто в стену въехали. Сначала на S-классе, потом на BMW я въехал. Все нормально? Все нормально ведь, да? Да. Ничего страшного нет? Я приехал в Грузию, чтобы, ну, родину там увидеть, ну, то есть историческую по фамилии, да? Я уже несколько ДТП попал за эту неделю, понимаешь? Поэтому я верю в тебя, ты хороший парень, я видел, ты хорошо ездишь, ну, спасибо. Я пешком лучше. Ковыляй потихонечку. Да, сначала ничего не болело. Грузия! Do you cry in your weakness, or carry it like Jesus, or just wonder where the peace is? The heart's beautiful, the brain's where the beast lives. All these names on a train, and I'm trying to put my peace in. I paint for days till my pain's raised. The spirit in my lyric plays, and when it plays, let the fire blaze. And remember to the higher plane. I came from. Что он сказал? Audi немного помедленнее ездит. Он сейчас шалеет, смотри, смотри. Come and gon' feel my heart, life fades. Come and gon' feel that arc, I pain. Just to gon' spill this truth, knowing truth was the man goes crowd, sober we feel some go. Forget everything you know, be the secret hidden right under the nose. Go ahead and seek everything you want, everything you want, you already got.
This is just a secret I'm mixing in the pile. Everything you buy, you already got. This be the secret mixed in the pile. I'm looking for light, the more I'm mixing between, the more I'm caught with this mic, the more I'm digging this grave, the more I'm digging my life, the more I'm digging this pain, the more I'm digging the mic, the more I'm looking for light, the more I'm looking for light, the more I'm mixing between, the more I'm caught with this mic, the more I'm digging this grave, the more I'm digging my life, the more I'm digging this pain, the more I'm digging the mic, the more I'm looking for light, the more I'm looking for light, the more I'm mixing between, the more I'm caught with this mic, yeah. Грузинский дрифт суров и беспощаден. Сейчас у меня на видео будет у меня большой нос, да? А у нас у всех будут большие носы. Ну, монтаж. Просто монтажируйте мне с маленьким. Сделать поменьше? Да. Да нет, слушай, у нас... Все... И волосы сделать побольше. Что еще сделать, скажи? Рассказывай все свои мечты, давай. Короче, все грузинские полицейские ездят на тонированных тачках. Поэтому, если вы в Грузии видите машину с тонировкой, то знаете, это грузин. Ой, точнее, это полицейский. Вот как бы так. Вот видите, он опечатанный, да? Это не полицейский. У него проблемы. А вот у него нет проблем. Он полицейский. И вот они тоже полицейские, видите? Вот полицейский, вот лобаши полицейские. А, ну вот, все просто. На Лексе начальник, на Тойоте замначальник, и на Мерседесе, ну, видимо, вообще какой-то. Ну, потому что он $7000, ребят сказали, стоит, самый дешевый. Тойота, чтобы вы понимали, стоит дороже, чем Мерседес. Ну, вот так. А вот там, видимо, ну, вообще просто Господь Бог на Прадо, как бы. Вот, полицейский участок. Причем тут все круто. Мы хотели забраться вон туда наверх. Нам Георгий не разрешает, потому что, видимо, мы проблему эту не решим потом. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. For a couple of hours, such a beautiful day.